Меликесский район всегда считался житницей региона. Здесь больше всего площадей засажено именно под зерно. Всегда высокая урожайность, да и к сбору приступают одними из первых. На днях хлеборобы намолотили первые 100 тысяч тонн зерна. Если брать прошлый год, они единственный район, который перешагнул в 300-тысячный рубеж. А буквально на прошлой неделе Меликесский район в текущем году достиг намолотов 100 тысяч тонн. При средней урожайности в районе 35 центнеров с гектара. В честь первых рекордов Министерство агропромышленного комплекса наградило лучших комбайнеров и хозяйства района. А главе администрации вручили благодарственное письмо и кубок. Но прежде весь урожай тщательно взвешивают и подсчитывают. Мы садимся в комбайн. Комбайн обмолачивает площадь до полного намолота бункера и уже взвешиваем на весах, где проводим расчет совместно с представителями хозяйства, администрацией муниципального образования и уже высчитываем урожайность. Также в лидерах по скорости и урожайности Чердаклинский и Сурский районы. В целом же все муниципалитеты приступили к уборочной. Общая ее площадь в Ульяновской области составляет 1 миллион 54 тысячи гектаров. Убрано 38% от плана. А в целом хлеборобы приближаются к отметке в 1 миллион тонн на молочного зерна. Анна Тищенко, Улправда ТВ.